Всем привет, ребята. Короче, у меня тут три бабочки живут, шоколадницы или по-другому крапивницы. И смотрите, что они делают. Они обнимаются. Вот как видите, так обнимаются. Круто. Надеюсь, вам нравится это видео. Очень круто. Обнимаются. Или целуются, или обниматься. Нет, обниматься. А вот. Это одинокая бабочка. Почему-то с ней постоянно никто не дружит. Они у меня появились из-за того, что меня, короче, пару дней назад у нас был очень сильный дождь с грозой, очень сильная гроза. Она даже шандарахнула прямо рядом с машиной, но машина не пострадала, но может рядом. Сигнализация, она же существует из-за удара земли, и сигнализация может сработать. И я даже испугался там. А еще к нам, когда это сильная гроза, к нам залетела вот эта вот первая бабочка. Вот, видите, это которая одинокая. А потом, через 10 минут, еще вот эти вот две вот. Вот эти вот, видите? Эти шоколадницы. Или еще как это называется, крапивницы. Вот мы их тут кормим цветами и так далее. Ну, с вами был Никита Горячев. Всем пока!